Сумки Италия, 20 килограмм, 6-й пакет. Также тут и рюкзаки присутствуют. Все без видимого износа, очень хорошего качества. Новые вещи встречаются даже. Брендовые вот вещи встречаются. Новый это, портфель. Абсолютно новый. Вот упаковка. По себестоимости выходит где-то 250 рублей за единицу. Всего где-то около 50 единиц сумок. Вот. Тут есть некоторые такие бренды, которые могут, ну, пару мешков, и они это, Марк Нью-Йорк, вот вообще классная сумка. Просто оправдывает сразу это, весь мешок. Несколько сумок прикольных каких, кожаных сумок есть. Вот также новые, абсолютно новые сумки. Рюкзак, смотрите, какой классный вообще. Новый практически, даже я не знаю, может он вообще новый. Прикольно.